Для работников районного дома культуры это уже второй онлайн-квест, который они подготовили для всех желающих. Первый был проведен в ноябре в рамках акции «Ночь искусств». Тогда более 100 человек активно выполняли задания и получали призы от спонсоров. Сегодня схема квеста примерно такая же. Первое задание будет выложено ВКонтакте в 18:00. Сегодня в 6 часов вечера стартанет данный квест с первой группы. Это группа «Татарск онлайн», наши партнеры. То есть первое задание будет выложено ровно в 6 часов. Именно там, в этой группе. Следующие задания будут, как и в «Ночи искусств» у нас квест проходил, даваться за ответы, вовремя полученные от участников ответы. Будет даваться адрес той странички, той группы ВКонтакте, где будет следующее задание и во сколько выложено. То есть участник переходит в следующую группу, ожидает задание, выполняет и так далее до финального задания. Для решения заданий будут определены дедлайны. Задача участников — максимально быстро понять, о чем идет речь, и дать правильный ответ. Все вопросы так или иначе будут связаны со студенчеством. А вот кто будет их задавать, организаторы проекта пока не рассказывают. Ведь это будет своего рода сюрприз. А авторы вопросов не только озвучат задания, но и расскажут интересные истории, связанные со своей студенческой жизнью. Самых сообразительных участников ждут призы и подарки. А в качестве призов у нас есть и скидки на обучение в автошколе, и вкусности вроде попкорна, мороженого, шаурмы, суши. Есть купоны в магазины. Очень много, в общем, разных абсолютно разноплановых призов. Всего их будет 6. Это 3 основных: первое, второе, третье место. И 3 за приз зрительских симпатий, соответственно, первое, второе, третье место. Если на определенном этапе участник не смог выполнить очередное задание, то ему не запрещается продолжить игру. Но такое участие уже будет не в зачет, а просто ради удовольствия и проверки собственных знаний. Подробную информацию о квесте вы сможете найти в сообществе ВКонтакте «Кинозал Родина».